Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Искупитель. Часть 7, обходной путь. Поехали. Ну, где? Где вы? Так, погоди-ка. Ёлки-палки, опять здесь эти монстры. Не нравится мне это все. Вот это вся заваруха. Так, ну-ка давай-ка его втихую. Вот так вот. Без проблем. Ну. Ой. Давайте, давайте, деритесь, деритесь с этими. Ёлки-палки. Щет, щет, щет. Вдвоем, блин. Ну давай, говнюки. Сейчас я вас тут... Так, один хотя бы минус. Да хорош, нифига ты там наяривать. Жесть, ребята, это просто была сейчас жесть. По-другому не назвать. Фак, фак, фак. Где он? Оу. Ты смотри, что он тут творит, а? Блин, и ствола-то нет никакого. Ё-моё. Чёрт, тут тупик. Забежал, называется, а? А вот хрен тебе. Чудище пустоголовое. Так, давайте здесь. Ну чё, иди сюда. Поговорим по душам. Упырь, блин. Нашел на кого тут замахиваться, да, ребят? Так, тут что у нас? Потихоньку. Оу, пропалили, а? Ну, эти, ладно, эти сосунки. Готовы, отдыхают. Тихо, тихо, тихо. Блин, куча их тут, а? Ай-яй-яй, как неохота мне тут. Может быть, получится втихаря-то все-таки? На-ка! Да ёдрить вас на корень! Гады, получите все. Уроды. Вон они откуда лезут. С туннелей с этих. Фак, 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 фак. Да ладно. Хорош, 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 хорош. Надо, блин, немножко хотя бы отхилиться. Хотя бы чуть-чуть. На, гнида. Да ёпрасоте. Слишком много, ребята, их слишком много тут. Фак, вот это да, вот это жесть. Ядрить его на корень, а. Дайте хотя бы пистолет. А, нет, у меня что, автомат был? Я думал, что он у меня закончился. Но не тут-то было. Ну где вы там? Ну они, видите, они как получается стадные мутанты. Секция, в которой ты находишься, была заблокирована. Ты не можешь его обойти? Нет, но там есть аварийные выходы на поверхности. Судя по схемам, один из них расположен в инкубаторе на другой стороне лаборатории. Я не уйду отсюда без своих братьев. Это обходной путь. Снаружи ты проберешься в секцию Альфу, через нее... Так, про... Что ж, это обоюдное чувство. Ладно, понятно, поболтали, короче. Мне сейчас, честно говоря, не до этого. В общем, надо нам найти обходной путь. Не нравится мне здесь. Очень даже... Не нравится. Оу, здесь уже солдаты. Получил? Иди сюда. На! О, ёп! Щеп! Опять за свое! Фак, фак, фак. Да их тут до хера, блин.
Выбежать смогу? Нет, заблокировано. Нет, 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 нет. Щит. Давай, 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 Василий, выживай. Все в твоих руках, только не умирай, пожалуйста. Ядрить тебя на корень, а. Все, кажись, да? Справились нафиг. Не, ребят, на самом деле очень жестко и агрессивно здесь. А куда тогда идти, я что-то не могу немножко понять. А, вот сюда. Ну что ж, давайте пройдем. Так, чекпоинт, это хорошо. Еще один ключ лежит, неспроста, я больше чем уверен. Ну давай, здесь я тебя буду поджидать. Тихо, тихо. Блин, оружия-то у меня больше нету, к сожалению. Ну, подходи. Черт бы их побрал, стоят там. Йо, сколько их там? Да ладно. На, блин. Получи, тварь. Следующий. Нет, 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 нет. Стойте лучше там. Отлично. Давайте следующих. Мимо. Отлично. Промахнулся, урод. Да что ж такое, пинок их не берет. Сматываемся, ребята, сматываемся. Я вернуться-то не смогу назад? Нет, не смогу. Значит, подобрать какое-то оружие у меня уже не получится. Так, взяли ключ разводной. Ну, мне почему-то кажется, сейчас опять тут будет наплыв. Вот, 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 вот они. Они откуда-то снизу поднимаются сюда. Так, буду вот так вот делать, блин. Раз не понимает по-нормальному. Черт, их там копится и копится, а. Мне понравилось, как сейчас было сделано. Фак. Да получи ты, тварь. Фух, ключ у меня, ребят, к сожалению, все, потратился. Но тут есть дубинка. И есть стул. Также я вижу, тут лежит пистолет. Лезут опять, а? Ну ты посмотри. А как и... Иначе я не знаю, как, ребят. Где ворота, где выход? Вау, вау, жесть. И где ворота? Я потерял выход. Вот он, вот он, вот он. Фух. Все, кончились, ребята, патронушки-то. Неплохо, да, я их нахерачил. Так, зашибись. Ну-ка, еще удар. Кстати, за то, что я их бью именно вот этим вот ударом, у меня возрастает ХП. И это очень даже хорошо. Ну и этих двоих осталось пока. Да ладно тебе. Успокойся. Отдохни маленько. Тебе только на пользу это будет. Дверью прибило. Так, ладно, давайте что-нибудь еще найдем здесь. Сподручное такое.
Так, это какие-то баллоны с кислотой, что ли, я не пойму. Надо будет потом испробовать. Так, опять пистолет. Ползут, нет? Пока не вижу. Сколько же вас еще? Огрели. Кстати, да, вот баллон хочу проверить. Да куда ж ты, Вася, ну... Ну что ж ты так затупил, а? Ну давай сюда, иди. Мерзость. Интересно, а почему они сюда не могут пройти, а, ребят? Как-то очень странно. Неужели это баг? Они не идут вот дальше. Вот они стоят на этой точке, на своей, и все. Если бы они сюда бы ломанулись бы ко мне, я думаю, я бы уже здесь не один раз мог бы подохнуть. А так ничего, вроде бы терпимо. Так, дайте-ка возьму. Жесть, опять целая орда. Тут куча просто. Давай, буду здесь поджидать. На-ка, получил? В зубот... В зубило. На. Давай, кто там следующий? Йо, сколько же их там, а? Давай, 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 копи, копи. Вот так вот. Вообще замечательно. Последний. На. Добьем так его. Фух. Надеюсь, это были последние щенки. Хотя я в этом не уверен. Дайте-ка... Нет, баллон брать рано еще. О, разводной ключ. Это хорошо. Ну, все, нет. Пока никого не вижу. Но музыка все равно пока еще такая напряженная. Черт, взял, блин. Сканируй, пропускай меня дальше. Пойду с баллоном. Какого лешего? Да ну что ты... Так, там кто у нас стоит? Ага, там чудики опять эти. Втихаря полу... Нет, хотел только втихаря, не получилось. Ну чё, давай. Выходи. Нормуль его, да? Дверями-то расхерачило. Ну давай, открывай. Чё ты будешь каждый раз так тупить? Дай баллон сюда. Сейчас кидану. О, а это не те ли? О, это те самые. Фак, фак. На, гнида. Жесткий какой. Так, можно добивать его. С вертушки ключом. Нормально по зубилу-то. По зубалам. Так, иди сюда. Так, отлично. Здесь уворачиваемся и добиваем. Так, оружия у меня нету. Нету, ребята, к сожалению. Ну там, я смотрю, еще один такой же усосок здоровый сидит. На, гнида. Оу, это, ребята, это подстава. Все, кажись, приплыли. Черт, тебя подери. Все, можно его убивать. Ух, ёпрасоты. Так, давай возьмем баллон. Ух ты, я вижу там топорик. Дайте-ка я лучше возьму топор, с топором пойду. Я думаю, он будет эффективней всяких там ключей, дубинок и так далее. Ну-ка. На, зараза. Беги, беги, получи. Да что так топором-то ты рубишь медленно? Вася, хорош, завязывай давай. Надо быть пошустрее, поинтенсивней. Так, здесь Фомка лежит, значит, здесь кто-то будет. Куда потащил чувака-то, а? На, промахнулись маленько. Ну да не беда, стульев тут хватает. Еще будет прыгать тут на меня, а? Мерзость это. Так, хватит у меня топора-то. Должно, по идее, хватить.
Да. Топором он как-то не осу... Оу! Нет! Да ладно, вы издеваетесь, что ли, сейчас? Если бы еще хотя бы попадал бы. Давай следующий возьмем, нафиг, на всякий случай. Так, тут что-то уж больно много оружия. И это неспроста. Куда ж ты стреляешь-то, Вася? Васёк, куда ты... строчишь? 33 патрона. В этом автомате довольно неплохо. Тренажерный зал, нифига тут. Качаются ребята потихоньку, видимо. Иди сюда. Вот так вот. Да что я буду на них тратить? Пули только. Я их и так захерачу. Это-то сосунки по сравнению с теми здоровыми. Так, куда тут идти-то, а? Здесь заблокировано. Я даже боюсь представить, какого здесь нам стоит ожидать босса. Помните, да? У людей был какой босяра. Теперь будет босс у мутантов. На, нафиг. Хе-хе-хе, давай, иди сюда. Оп, оп. Справились. Все замечательно. Продвигаемся с вами дальше. Оу, елки-палки, как ты я тебя так... прозевакал-то. Нож. Вот с ножом-то он поэффективнее дерется. Ну что ж, давайте встретим этих охламонов. Встретили, блин. Оу, тихо, тихо, тихо. Все, что ли, кончились, блин? На-ка. Так, подождите, а я смогу туда сбегать и забрать обратно все оружие, которое там лежало на столе? Потому что я сейчас вообще без всего. Ни винтовки, ни автомата. Один... О! Вот это другой разговор. С винторезом я как-то поувереннее себя чувствую. Надо запомнить, что в душе валяется пистолет. Так, ну что, возьмем, наверное, стул на всякий случай. Мало ли тут опять какой-нибудь исчадие ада появится. Опа, на, смотрите, кто это тут стоит у нас? Интересно. Шикарно зарубили. Да этот тут паразит. Ну ладно, гнида. Получи свое. Так, а это кто у нас тут? Ага, это у нас тут бойцы невидимого фронта. Так, один патрон остался. На, гнида. И опять дробовик у нас целенький. Так, что здесь у нас? Давайте возьмем баллон. Пойдем с баллоном. И кажется, мы уже подходим к развязке. Почему-то мне такое впечатление складывается. Оу! Ворота закрылись, и меня зажало, ребята. Вот это баг называется. Это жесть. Зажало воротами, ребята. И как же мне... как мне теперь быть? Черт, ну-ка. Заново. Я ничего не могу сделать, ребята. Все, баганул. Фак. И не подохнуть, и ничего не сделать. Твою дивизию, а. Заново, блин. Так, тихо, тихо. Хорош, успокойся. Да, я возьму. Готов. Четко все. Так, возьмем, наверное, дробовик. И пойдем с дробовиком наперевес.
Надо запомнить, ребята, на будущее, что в воротах может тебя зажать. Получи, тварь. Так, хорошо. Продвигаемся дальше. Иди сюда. Получи. Ха-ха-ха. Ну чё, выкурили? Вот так-то будете... Оу, нет. Гнида. Ещё лезет тут, а? Так, давайте-ка мы начнем с душевой. Чё я расстрелялся-то тут? Как ворошиловский стрелок, блин. Этого я сейчас втихаря. Опасно, кстати, вот так вот в дверях-то прыгать, если честно. Защемит, и все. И опять баганет игра. Подожди-ка. Может быть, я его смогу так втихаря убить? Да, конечно. Тогда будем ножом его хлестать. Затыкал просто-напросто. Ну что же. Ну давайте, бегите сюда, хламоны. Будем здесь с вами разбираться. Египетский ты носок. Так, этого можно было добить. Готовченко. Все, отлично, ребята. Давайте возьмем шокер и пойдем. По-моему, здесь сейчас будет здоровый, да, если я не ошибаюсь. Так, автомат есть. Значит, все хорошо. Не, лучше я дробаш возьму. Вот так-то оно будет получше. Ну давай, беги. Хотя на этих сосунков нафиг я трачу патроны, по большому счету. Их можно вообще так просто, грубо говоря, по головке погладить. Так, ребят, если я не ошибаюсь, вот здесь меня в прошлый раз зажало дверьми. Ну, давай, иди, беги, беги, беги сюда. Так, шикарно. Могу я где-нибудь еще подобрать? Умывальники есть? Блин, да что такое? Ни одного умывальника нету даже. Серьезно, что ли? Ладно, пойдем тогда так. В рукопашку. Но мне он тот здоровый не нравится. Все, что ли? Готовы? И главное не возвращаться обратно, иначе застряну. Так, дайте я баллон возьму. Ух, ребят, вот это было жестко.